арбитром нашей встречи будет Алексей Дурбин, директор ассоциации интернет-видео, эксперт, как с вас сказать, справа Ирина Прокофьева, директор по прокату компании «Синемастар», один из профессиональнейших букеров в нашей стране. А ну, так, наоборот, если вы там хотите отметиться цветами, все рады. Неважно, если мы не говорим, кто белый, кто красный, да, мы просто отмечаем, что у Ирины зеленый цвет, а у... Он не просто красный, если не просто. Не, ну, не правильно, да. Вот. Виктор Рудман, генеральный директор петербургской, но она уже не петербургская, потому что она расширяется очень быстро. Уже такая федеральная сеть, Синема Групп уже стала проходить. Мираж Синема, одна из динамично развивающихся сетей в нашей стране, как и Синемастар. И, значит, Алексей, как я говорю. Итак, арбитр задает вопросы, эксперты высказывают свои точки зрения. А один из экспертов будет больше говорить о том, что он согласен с арбитром, кто-то будет возражать, будет дискутировать. А потом у вас есть вот такие вот листочки для голосования. Мы посмотрим, чей ответ вам ближе. Да? Не столько вот вам понравился, потому что иногда может выйти там, по телевизору человек сказать, а оно вам нравится, но оно вам не ближе. Это разные вещи. Да? То есть просто какая точка зрения вам будет ближе. Итак, Алексей, пожалуйста, там микрофончик. Включи микрофончик, включаем. Да, коллеги, всем доброе утро. Значит, я вижу, что многие в зале ёжатся так же, как и я. Довольно прохладно, поэтому мы прям по ходу, коллег, будем делать какие-то физические упражнения. Соответственно, отмеченные цветами наши спикеры соответствуют листочкам, которые у вас лежали на креслах, и, соответственно, прям вот в живом режиме, не крутя никакие цифровые счетчики. Чисто аналоговом виде, пожалуйста, если вы чувствуете, что слова, которые говорит кто-то из наших сегодняшних вариантов, вам близки, вы их поддерживаете, не стесняйтесь поднять соответствующий цвет. Значит, спасибо Олегу за представление, и я про себя называл наши сегодняшние дебаты таким, кем является онлайн-контент для кинопроката, партнерами, конкурентами или товарищами на несчастье. Значит, спикеры представлены, мы перед началом секции поговорили немножечко с коллегами уже про их позиции, уже начали, так сказать, разминаться. И сейчас я прошу, собственно, вот исходя из этих трех опций, партнеры, конкуренты, товарищи по несчастью, выставить свою позицию. Желательно, чтобы они, прямо на первом этапе, у нас каким-то образом поляризовались. Поэтому прошу, начинаем с Ирины. Ну, я считаю, что онлайн-кинотеатр для кинотеатров является конкурентом. Никаким образом они не могут быть союзниками. В силу того, что сейчас вилка показа в онлайн-кинотеатре и показа фильмов в кинотеатре, она просто часто бывает настолько минимальной, что это уже просто никакие рамки не заполнят. Потому что на сегодняшний день мы прекрасно знаем себестоимость кинотеатров, мы знаем, какая затратная часть сейчас лежит на кинотеатрах. И онлайн-кинотеатры, когда мне говорят, что дистрибьютор, предоставляя фильм, там, процентное соотношение 80 на 20, это ненормально. Потому что у нас как бы основной момент, основной довод, который они приводят, вы работаете 50 на 50, вы работаете 80 на 20. Но, понимаете, затратная часть онлайн-кинотеатров, она ни в какое сравнение не идет с затратной частью кинотеатров. Если все это сложить, это ненормально, потому что у нас идет отток зрителя. В силу экономических различных причин, которые происходят в стране, сейчас выгоднее купить за 99 рублей, ну максимум там за 200 рублей
фильм и смотреть его целый день в огромной компании, это значит, что эти люди уже не придут в наш кинотеатр. Спасибо за мнение. В тот момент, когда большая компания или один человек, или семейная пара имеют возможность посмотреть фильм за 12 рублей, прошло полгода с момента того, как этот фильм прошел в кино. Поэтому прошу я внести протокол. Виктор, прошу вас рассказать о своей позиции. Доброе утро. Я считаю, что... Друзья, я считаю, что и онлайн-кинотеатры, и кинотеатры продают, собственно, один и тот же продукт, название продукта интеллектуального права, да, который, в общем-то, имеет свое право обладать. Значит, ну, понятно, что я занимаю немножко противоположную позицию. Я все-таки расцениваю кинотеатр как место, где можно провести время недолго. То есть просмотр, да, сам по себе просмотр фильма, он, ну, может быть, и не настолько важен, да, того или иного. Конечно, есть фильмы, которые можно посмотреть и дома, но есть фильмы, которые можно посмотреть только в кинотеатре. Да, и здесь бы, вот я бы, как бы, наверное, нашел бы больше союзников в лице онлайн-кинотеатра, да, при условии, что они, собственно, легитимные, они не пиратского свойства, да, они в рамках закона распространяют этот продукт. Да. Конечно, я выступал бы за окно. Между сроком времени показа в кинотеатрах и времени показа на другие сервисы, на другие площадки. Поэтому оно нужно обязательно, и об этом надо договариваться. Но о том, насколько мы можем друг другу быть полезны, мы можем там говорить чуть-чуть. Мы сейчас говорим. Да. Спасибо, Виктор. Тогда, коллеги, следующий вопрос, который я предлагаю ответить. Насколько, по вашим ощущениям, по информации, которую вы располагаете, пересекаются аудитории домашнего и театрального просмотра кино? Если это какие-то исследования, то, пожалуйста, покажите ее следующее. Давайте теперь продолжим. Вы знаете, насколько я знаю, вот исследования, которые проводятся, да, вот у нас есть кинотеатры в небольших городах, да, таких как Орел, как Вологда. В этих городах, вот в Орле, средний уровень зарплаты людей 8-10 тысяч рублей, это хорошая зарплата. Вот, поэтому сейчас, на сегодняшний день, да, людям, особенно студентам, выгоднее в онлайн-кинотеатре приобрести фильм и группой его посмотреть. И мы с этим, к сожалению, уже неоднократно сталкивались с этой проблемой. Вот, поэтому мы за онлайн-кинотеатры, но это должна стратегически дистрибьюторами выработаться система, что все-таки должна быть определенная вилка. Понимаете, есть разные фильмы, вы правильно сказали, есть блокбастеры, есть зрелищное кино, которое интересно посмотреть на экране, но у нас есть еще масса фильмов, это в основном независимые компании, которые также поддерживают, которые можно совершенно спокойно посмотреть дома. И вот в таком случае, если вилки не будет минимум 3 недели между показом в кинотеатре и показом в онлайн-кинотеатре, минимум, я думаю, что мы так останемся, в принципе, как бы. То есть, если я правильно понял, если мы возьмем средний срок активного, хорошо мобилизированного проката, там, недели 3, там, вы знаете, это нужно индивидуально подходить все-таки, потому что... Нет, я понимаю, конечно, экипаж может дать 3 месяца и сюда... Понимаете, фильм «Жизнь домашних животных» у нас, вот уже, считайте, да,
конец сентября, но вот в нашей сети на экранах он до сих пор стоит. Понятно. Ну, с железнодорожной грозы, я думаю, что он появится в лучшем случае в ноябре. Да, вот Фокс кивает как раз. Это юниверс, да, вот. Ну, Фокс второй не появится. Пиратский, да, пиратский, понятно. Но мы пиратский расплачиваем обсуждать завтра. А вот так вот, Лайк, защищает свой контент от пиратов. У меня есть информация, что оттуда очень много. Ну, смотрите. Вот смотри. Отлично, отлично. Мы сейчас напомним, что модератор попал под раздачу. Значит, на самом деле к нам предъявляют очень жесткие требования по DRM и по вообще по защите контента. Правообладатели и так далее, естественно, в интересах своих и ваших. Но давайте не будем забывать, что у вас в любом случае право первой ночи. Если это не какая-то там утечка с монтажного стола, как было рядом с Expendables, по-моему, вторым или третьим, или там еще с каким-то известным фильмом, с Дуплисом, по-моему, то все равно право первой ночи принадлежит кинотеатрам, и никто его отнять не состоит. Даже особенно как при синхронизации мировых премьер и российских премьер, получить достойного качества, я имею в виду не экранного, не театрального, да, диджитал, каким-то образом рекламировать копию фильма, по факту получается, что кинопрокат уже закончен. Вы не правы. Нас лишает правда этой ночи, из кинотеатра ушла пиратка. А вот вас право второй ночи никогда не лишает. Я потом из известных случаев, когда в студии, сейчас в качестве эксперимента, да, выпускали одновременно на всех платформах. Вот, поэтому значит, такие случаи были, там были русские студии, и наши, да. Ну, географ у нас, да? Да, географ, да. Мы не с географом, они выпускались на всех платформах. Да, ну, собственно, я не думаю, что это сильно повлияло. Но, тем не менее, просто еще, я думаю, аудитория просто еще не привыкла к этому. Но если это будет нормой, допустим, да, тут я бы не стал думать о том, что это не более эффективно. Да, я даже не однозначно более эффективно. Кстати говоря, я планировал вопрос о монополии, но он действительно будет короткий. Значит, есть такой миф, что попавшие в сеть пиратские ляпочные какой-то фильм прямо является турбиной, усиливают, в общем, какой-то там вирусный эффект сарафанный и помогают прокату. Что скажете, это чушь или это действительно имеет высоту какие-то знания? Еще раз, можно вопрос? Среди апологетов пиратства бытует миф, что попавшая в сеть копия фильма, идущего в прокате, этот прокат усиливает. Нет, значит, во-первых, это зависит от качества самого фильма, да? Во-вторых, это зависит от качества литературы. Вот. Если это плохая литература, хороший фильм, то, возможно, как реклама дополнительная фильму или по запуску сарафана, некогда, да, сарафан находит зрителей, тут это те, кто просматривает пиратов, да, если фильм не соответствует ожиданиям, да, то есть, наверное, это погубит театральный прокат. Не, ну, то есть, тут, по идее, я вот так переформулировал вопрос. Значит, тряпочные копии фильмов, идущих в прокате, подменяют собой институт кинокритики. Да? Да, и как бы сарафан более ну, вы знаете, вот у меня сразу родился уже как бы второй вопрос на ваш ответ. Да, если это будет положительно, то давайте тогда пусть онлайн-кинотеатр выходит перед кинотеатром, да? Если это влечет какой-то сарафан. Ну,
Вы считаете, что это привлекает? Я так не считаю. Как я не являюсь оплатить много раз. Ну, окей, хорошо. Нет, можно, да, я добавлю, что вообще вот в прокате, да, было достаточно случаев, когда хорошие фильмы лежали давно на трассе какой-то, да, и тем не менее собирали хорошую кассу. Да, с выжившим, по-моему, такая история, да? И с выжившим, да. И много комедий было. Коллеги, ну активнее, ну уже не холодно. Холодно. Поэтому тут, в принципе, есть статистика, да, которая... Теперь вопрос по аналогиям. Если к нам, как к новой формации, являются претензии по конкуренции, по саботажу кинопроката. Расскажите, пожалуйста, ваше отношение и то, что вам известно, про то, как рынок DVD в свое время влиял на рынок кинопроката. Ну, вы знаете, вот у вас было к нему отношение? Вот DVD от проката, он и сейчас, в общем-то, вилка существует, и она значительная для вилка. А в онлайн-кинотеатрах, знаете, мы... Как бы вам высказать свою позицию? Мы не против онлайн-кинотеатров. Абсолютно не против. Но должна быть выработана стратегия между дистрибьютором и кинотеатром, чтобы вилка была все-таки более значительной. Я знаю ряд фильмов, которые выходили в прокат в онлайн-кинотеатре, минимум 5 дней было. 5 дней разрыв. То есть нам дали проработать один уикенд. И в больших городах, вы правильно говорите, это не чувствуется, в городах-миллионниках. В городах, где население 200-300 тысяч, понимаете, это очень существенно, очень просто. Я хотел бы, да, я вижу массовую поддержку, спасибо, коллеги. Значит, единственное, я хотел бы подчеркнуть, да, что срок окна определяется не нами. Да, то есть не онлайн-кинотеатр. Правообладатели, это структуры устраивают эти даты, устраивают это состояние. Мы, конечно, хотим получить отрицать то, что мы хотим более раннее окно, глупо. Мы это, да, это заявляем и всячески к этому стремимся. И я совершенно не против обсуждения этого вопроса как-то с кинотеатральным бизнесом, чтобы нам прийти к какому-то какой-то точке равновесия, когда фильм, с одной стороны, уже отработал свое на прокате, и при этом начинает отрабатывать свое онлайн. Вот. И я надеюсь, что вы согласитесь, что нашим естественным врагом в данном случае является град, который плевает на все наши правообладатели, на все их ограничения, на все наши опыты. Как только получили крутость, тут же ее выпрыгнули. Я хочу добавить, да, что ну, поскольку мы расходимся, да, по поводу театрального окна, вот, по-моему, вопрос такой, который, ну, он ближе к поверхности, ответ лежит на поверхности. Вот, хочется добавить, что мы все участники одной отрасли, то есть мы продаем киноконтент, да, видеоконтент, в формате видеоконтента, в формате киноконтента, продаем права интеллектуальной собственности, да, в которых есть правообладатель. Значит, здесь нужен обязательно диалог с правообладателем. О том, что правообладатель, сам себе правообладатель, он должен понимать, что продать товар в розницу, да, он всегда выгодно больше, чем продать его в офлайн. Вот, поэтому, значит, вот наличие этого театрального окна, оно и, собственно, подразумевает продажу товара в розницу, да, то есть ты продал товар в кинотеатр, но в дальнейшем, значит, кинотеатр запустили какой-то сарафан, да, чтобы этот товар стал продаваться уже в других магазинах. Да? Вот. Поэтому мне кажется, что вот такая параллель, она будет справедлива, и, ну, думаю, что, ну, не зря же, в принципе, окно существует. Да? Не зря оно существует, оно годами. Да, сейчас появляются новые платформы, появляются новые сервисы, вот, которые заявляют о том, что
вот мы будем, вам будет выгоднее продавать это вот таким образом, да, значит, охват больше, там, приводят всякие возможные цифры, там, вот. Но в целом правообладатель должен понимать, что да, существует окно, вот, я здесь продам, и здесь продам, и потом еще где-то продам, еще куда-то, да, то есть, вот. Там еще какие бы ни были новые носители, да, все равно кинотеатр это, но они всегда будут свою нишу занимать, поскольку они ну, предоставляют возможность отдыха вне дома, вне дивана. По поводу дома, у нас просто поставлены жесткие очень длинные рамки, поэтому сейчас ставишь быстрее. А можно вопрос по вопросу? А как онлайн-кинотеатры защищены от пиратства? Ну вот у вас входят пиратки. Вот каким образом, вот вы как онлайн, мы несем ответственность кинотеатра, да, для дистрибьюторов, мы несем ответственность, мы теряем контент, потому что нас могут отодвинуть на неделю от кинопоказа. А вот онлайн-кинотеатр приобретает права на показ фильма. И каким образом он защищен от пиратства? То есть какой вы несете онлайн-кинотеатр ответственность от пиратства? Защита. А, в смысле, если... Да, если ваша копия собирательная. Честно говоря, у нас... как будет выглядеть вообще рынок
течение там 3-5 ближайших лет. Видите ли вы какие-то технические изменения, которые сейчас, как он будет расти в деньгах, стагнировать, будет он как-то переходить в другие, будет ли перелеваться эти деньги с одного типа управления в другой. Ну, тогда экономическая обстановка в стране стабилизируется, естественно, начинает расти. Потому что на сегодняшний день, то, что мы сейчас это обнаружили, если раньше я уже есть два момента, которые по нам очень сильно ударили. Если раньше у нас студенты ходили 2-3 раза на фильм, который нам особо понравился, то сейчас это исключительно один раз. И мы все прекрасно видим, что на второй неделе у нас уже нет таких ситуаций, когда фильм не падает меньше, чем на 60% бокс-офис второй недели. Это вот первый момент. И второй момент, конечно, почему сейчас многие кинотеатры стали использовать так называемый льготный день. Это там то, как он называет, ну, назовем его там киновторник, кинопонедельник, киносреда. Почему ценник падает? Для того, чтобы малообеспеченные люди, то есть люди, которые, ну, у которых просто нет достатка, они приходили в кинотеатр по минимальной цене. То есть, если я правильно понял, пока экономическая ситуация в стране будет так, как сейчас, серьезных перераспределений и так далее не будет происходить. Нет. Насколько мне известно, такие дни существуют и в Америке, и в Канаде. Вот, и еще такого, которого там, по-моему, достаточно присутствует. Он, вот, просто это, ну, некий такой элемент маркетинга. Вот. Который, в принципе, работает, да. Вот. А с моей точки зрения, ну, если мы говорим о России, да, то здесь я бы все-таки, ну, да, это материальное положение, общий именно такой эмоциональный настрой для людей. Да. Почему сейчас вроде как мы наблюдаем прирост по отношению к предыдущим месяцам, ну, если бы в августе, там, выдалось, да. Вот, потому что люди устали, ну, сидеть дома, они все решили, что ну, надо пойти в кино, как-то ситуация выравнивается. Да? Ну, если сначала там, затихли, да, то есть, очень серьезно. Сейчас мы этого не наблюдаем, сейчас ситуация выравнивается. Я бы второй аспект я бы назвал состояние именно российских отраслей, да, производственных. Поэтому, если будет появляться больше проектов, да, то, мне кажется, тогда именно там будет проект проектов, тогда все-таки какая-то другая публика, которая ну, слабо посещала кинотеатры, она тоже будет ходить в кино, и, ну, естественно, тогда ситуация в кинопоказе будет лучше. Последний вопрос, Олег, извини. Я не выйду отсюда, пока коллеги не ответят на него. Значит, готовы ли представители кинобизнеса, театров, сообщества как-то выстраивать сотрудничество с онлайн-сервисами в плане маркетинга, по промоушену, пиара, пропагандистской работы? Заманивание людей в кинотеатры, в онлайн-сервисы, отваживание в операции. Видите ли вы в этом диалоге необходимость, готовы ли вы его вести с своей стороны? Ну, мы вообще с онлайн-сервисами работаем и ведем этот диалог. Но, тем не менее, понимаете, продвижение фильма больше всего занимается кинокомпания. Мы, естественно, помогаем, но в основном мы чем можем помочь? Мы помогаем по продвижению фильма именно своими кинотеатрами. То есть это показ роликов бесконечных, которые монтируются даже в квартиру. Вот. Это использование поверхности внутри кинотеатра. Естественно, у нас у каждой сети, да, практически сейчас у всех кинотеатров в стране, существует свой интернет-ресурс, на котором
также рекламируем и продвигаем фильмы. Вот. Но... Фильмы у себя или в онлайн-сервисе? В онлайн-сервисе. Мы давно этим пользуемся, мы это используем. Мы и так сотрудничаем. Спасибо. Да, сотрудничество, оно может заключаться и в продвижении, значит, фильмов, значит, идущих кинотеатров, новых фильмов онлайн-сервисом. И в то же время может использоваться онлайн-сервис в продвижении своих каких-то услуг и сервисов в кинотеатрах. Да? То есть мы вам трейлеры, вы нам вам оформили билеты. Это так? Нет. Вы... Нет. У вас тоже есть какие-то пакеты на рынках, да? Мы можем продвигать это у себя. Кинотеатр, ваш проект. Да, но это все произведено при наличии кинотеатрального окна. Вот. То есть если оно есть, то, значит, естественно, подрасль может заработать больше. В общем. Сейчас наша техника движется вперед. Скажите, пожалуйста, себестоимость одного лазерного проектора в зал. Стоимость или себестоимость? Мы покупаем, к сожалению, по стоимости, а не по себестоимости. Себестоимость идет. Если я покупаю, если хорошо, если мы правда настоящие говорим. Мы всегда говорим только про себя. Нет, есть еще там комбинация лазер-постов. 300 тысяч вот. Денег. Знаешь, вот когда цифровой пилот начитался, я помню, подходить, спрашивает, сколько стоит проектор? Я говорю, 100 тысяч. 100 тысяч чего? Я говорю, какая вам разница? Вот 100 тысяч долларов или евро? Какая разница? Так и здесь. Хорошо. Да, скажите, вы на этом начале покупаете по 300 тысяч? А, слушайте, ну, это, конечно, хорошо. Да. Вы свои косты выдаете сейчас в сравнении с нашими. Давайте не будем забывать, что примерно в 10 раз больше, чем на онлайн-кинотеатрах. Поэтому ваши обороты, ваши затраты, и опять же, я прошу не превращать награды, не раз я тут хочу. Все решается деньгами. Хорошо. Значит, коллеги, тогда я прошу финально фиксировать, я это даже сниму и выложу за это потом куда-нибудь. Вы выслушали меня, вы выслушали уважаемых наших экспертов. Пожалуйста, теперь. По совокупности сказанного, поднимите, пожалуйста, красные и зеленые квадратики, то есть того, что я вам наиболее согласен. Я всех попрошу это сделать. Еще раз нет. Вот ты еще у них на красный ждешь больше, да? Нет, не зеленый будет. Нет, ну очевидно. Победителем с рынка будет перепрошу. Спасибо.